Еще совсем недавно экс-участник Дома-2 Алессандро Матерацци делился амбициозными планами на будущее. Он хотел начать карьеру продюсера в Майами и даже сделал несколько пластических операций, чтобы выглядеть безупречно. Однако теперь Алессандро придется повременить с реализацией карьерных амбиций из-за жуткой автомобильной аварии, в которую он попал. Происшествие случилось в пятницу вечером. Матерацци ехал по делам на рабочем автомобиле своей транспортной компании. По словам бизнесмена, он не нарушал правил дорожного движения и был совершенно не готов к тому, что в него врежется фура. Честно говоря, мне вообще повезло, что я выжил. Будь у меня машина поменьше, она была бы всмятку. Я даже не понял сначала, что произошло, ехал с нормальной скоростью 40 км в час, а тут сильный удар сзади. Оказывается, в меня въехала фура на скорости 80 км, рассказал Алессандро Стархиту. Матерацци успел сделать несколько снимков и видео, на которых можно увидеть серьезные последствия ДТП. Водитель фуры не стал скрываться после аварии и сразу признал свою вину. Вскоре на место происшествия приехали сотрудники скорой помощи и полиции. Сам же шоумен отправился в больницу. Диагноз врачей оказался неутешительным. Алессандро получил сотрясение мозга, вывихнул плечо и повредил позвоночник. Теперь ему придется восстанавливать здоровье несколько недель. Удар был такой силы, что у меня остались гематомы на животе от руля. Выбило два позвонка. В понедельник будут делать рентген. В Майами не принято судиться, все расходы покрывает страховая компания. Виноват, конечно, водитель фуры. Я думаю, лечение и восстановление машины обойдется в приличную сумму. Несколько миллионов рублей, заявил Матерацци. Шоумена спасло то, что он ехал на внедорожнике. Фото, личный архив. Напомним, бывший участник Дома-2 уже несколько лет владеет собственной транспортной компанией в США. Он сотрудничает с правительством и крупными корпорациями. Матерацци занимается перевозкой влиятельных политиков, поэтому привык всегда соблюдать правила дорожного движения. Однако даже осторожное вождение не спасло бизнесмена от аварии. Пока неизвестно, как долго будет продолжаться лечение Алессандро после ДТП, однако сам шоумен не собирается опускать руки. «Я проходил через многие испытания ради того, чтобы добиться успеха. Начинал карьеру с нуля, и в ближайшие месяцы планировал расширять сферу влияния. Хотел заняться продюсированием российских и западных артистов. Конечно, эта ситуация выбила меня из колеи. Самое обидное, что мне придется на время оставить работу, но трудности только закаляют», — заключил Матерацци. Класс пост 638 589 подписчиков.